Приветствую, дамы и господа. Долгожданный японский натурал приехал. Приехал он вот в такой вот красивой упаковке, поэтому решил заснять анбоксинг, так как не часто камни приезжают именно вот так. Сейчас мы его распакуем, и потом мне придется все это дело монтировать, и для того, чтобы показать пример работы. Вот в такой красивенькой салфеточке с какими-то иероглифами. Будем надеяться, что вот здесь вот не написано «Вася дурак». Вот вообще, конечно, на высшем уровне сервис. Я очень доволен упаковкой, как американцы пакуют. Ну а здесь прямо... Прямо ух. Эч. 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 Та-дам! Вот такой вот красивый желтоватый японский натурал, тверденький. Это у нас, да, Снесидзи или даже су. В общем, вот такая лапочка. Канди говорят о том, что это айватани шахточка. Вблизи выглядит вот так. Вот эти вот поры, они типичны. Камень позиционируется как прифинишный. Твердости у него заявленные 4,5. Это дело мы керамикой проверим немножечко. По виду, по скорости я уже вижу, что он будет очень быстрым. Однозначно это шикарнейший, однозначно это будет шикарнейший финиш для ножей и для столярки. Насколько это будет финиш для бритв, я это смогу почувствовать только во время теста, поэтому. Но так вот по виду, по отблеску, то финиш я на нем сделаю. Единственное, чтобы не было никаких вкраплений, которые бы лупили по кромке. Размер 160 на 70 и толщины больше 20, где-то 22 миллиметра. Можно сказать, правильных форм. Вот такая вот штучка. И для того, чтобы не убрать печати, так как камень новый, я вот эту вот сторону, наверное, немножко потру, намочу его, немножко потру и чем-нибудь об него, для того, чтобы показать скорость работы. Ну и дальше мы это дело замонтируем. Итак, у нас готов камешек, готова водичка и готова керамика. Поехали. Камень немножко меняет цвет, это радует. Ой, суспензия выбивается. Слушайте, керамика, я не знаю, может быть, за счет того, что он недоведенный, но суспензия выбивается керамикой вполне себе бодренько. Ну, попробуем нашу бритву. Огонь, каменюка. Да ты шо? Отклик, боже, какой замечательный отклик. Ну и все, как вы видите, все черное.
Просто великолепно. Камень очень быстрый. Не просто быстрый, а очень быстрый. Но, собственно, желтые часто такие очень быстрые камни. По поводу финиша. Я бы финиш сделал на нем запросто. При финиш. Ну да, наверное, надо позиционировать его для общих, для общего пользователя. Его, наверное, надо позиционировать как прифинишный. Но я считаю, что это камень. Я бы на нем запросто сделал финиш. И все. Обалденный отклик. И добротный камень для любых инструментов. Абсолютно для любых. Сейчас попробуем на автосуспензию. Но я уверен, что никакой автосуспензии. Да ты шо. Да, никакой автосуспензии нет и быть не может. За счет того, что камень не доведен, то вот это, наверное, так легко суспензия и поднялась. Сейчас я на этом же месте, сейчас вот поработал. Сейчас на этом же месте, ну, сейчас попробуем на вот этих вот. В этом месте какие-то чувствуются все-таки какие-то эти вот. Вот эти СУ, но опять-таки вполне вероятно, что вполне вероятно, что они выйдут просто при доводке. Сейчас попробуем еще раз керамикой поднять. Да, да, просто недоведенный камень, он прямо этими ошметками и вылетает. Жалко. Жалко просто нарушить печати. Жалко нарушить печати. Скрипя душой, на самом деле, пойдет этот камень на продажу. Если бы он был, потому что мне нужен камень, на самом деле, вот таких вот, вот такого качества, вот такого, вот таких свойств, просто понтовый. Понтов, чтобы побольше. И все. Вот это то, чего мне для полного счастья не хватает. Да, и все, и уже ничего не задирает, ничего не цепляется. Камень довести просто надо. Ой, да ты шо. Да ты шо. Великолепный. В общем и целом, как всегда, в группах Фейсбука или в личные сообщения Фейсбука, но я думаю, что я вам просто скажу, что он уже уехал, потому что на него интересующихся и очередь была изначально, пока он еще ехал. Единственное, что до того, как он приехал, была возможность его купить немножко дешевле. Но кто не успел, тот опоздал. По гритам. Заявлено здесь было типа 6-8 тысяч грит. Я считаю, что из него выжать можно гораздо больше. При грамотных руках на этом камне можно вылетать прямо с тысячника на этот камень и до финиша, и до кожи. И я бы это сделал. Вот такой вот желто-серый камень с печатьками Айватани.
Было в обзоре. Видите, серовато-желтый такой. Светленький, хороший камушек. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.